Аркадия Дворковича отпустили из больницы. Напомню, накануне вице-премьер был госпитализирован после получения травмы на благотворительном футбольном матче России-Англия. Во время первого тайма Дворкович столкнулся с защитником англичан в борьбе за мяч. Врачи оставили Дворковича в больнице, чтобы провести дополнительные обследования, сообщила пресс-секретарь замглавы правительства Алия Самигуллина. Сегодня меньше, чем обычно, кто-то в командировках. Некоторые коллеги приболели, получили спортивные травмы, я имею в виду Аркадия Владимировича Дворковича. Давайте пожелаем ему выздоровления, пусть аккуратнее все-таки футбол играет. Сейчас, в эти минуты мне рассказывают, несется по встречке на Калужке. Секундочку, я сейчас прочитаю так, как это звучит у меня. Наталкин пишет. А-031МР несется по встречке на Калужском шоссе в Москву. Кто этот царек? Это либерал, поборник западной демократии, вероятно. Во всяком случае, А031МР был номером Аркадия Дворковича, когда его засекли перемещающимся по Москве на скорости 180 км в час. А031МР97 был номером Аркадия Дворковича. Насколько это на сегодня так, мы не знаем. Но мы предполагаем, что сейчас по встречке на Калужке, презирая граждан Российской Федерации, движется поборник европейства, поборник идеалов достоинства человечества, гражданского достоинства, гражданского общества Аркадий Дворкович. Сообщил, что накануне он получил травму головы. Во время благотворительного футбола. Но они столкнулись там с англичанином, да. У англичанина голова оказалась крепче. Да, но если это так, то его везут в Москву, и он, безусловно, вправе вас презирать. Вы же просто граждане России. Идите в жопу, граждане России, простите. Ну как, ну это говорит каждая мигалка. Каждая мигалка сообщает нам это. Вы подонки, граждане России, мы вас презираем. Вот что сообщает мигалка нам, гражданам России. Кричит об этом. Да. Конечно, а мы отвечаем, будьте прокляты. Вы можете сказать ему вслед, будь проклят. Это будет примерно соответствовать по накалу, я бы сказал, его месседжу, правильно? У него один месседж, а у вас другой месседж подобный. Хорошо, мы возвращаемся...